Лучший машинист мостового крана 2017. Под таким названием проводится конкурс для сотрудников предприятия, посвященный празднованию Дня шахтера. Опытные сотрудники разреза «Восточный» соревнуются в умении управлять мостовым краном, а также их профессиональные знания проверены тестовыми заданиями закрытого типа. Впервые на разрезе «Восточном» проводится конкурс профессионального мастерства машиниста мостовых кранов. Это впервые. И как бы выбираем из лучших, но этот раз мы решили провести желающих всех. С участка у нас получается участок ремонтно-механический, вагоно-ремонтное депо, депо подвижного состава «Восточное», вот основные три участка, и еще участок УВЖТ тоже принимает участие. Всего по предприятию собралось 14 желающих поучаствовать в конкурсе. В первом теоретическом этапе соревнований объем знаний проверялся с помощью тестов из 20 заданий. По условиям было дано 30 минут времени на то, чтобы они уверенно ответили на вопросы по основным темам своей профессии. Специфика работы крановщиков демонстрировалась на втором практическом этапе. Он заключался в успешном преодолении препятствий груза, присоединенного к крану под управлением участников на скорость. Впервые такой конкурс проводится среди женщин. Ну, теоретическая часть, значит, закон о гражданской защите и правила промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов. Вот это основные наши темы. Ну, а практические занятия будут проводиться у нас и по... Оцениваться будут и правила техники безопасности при выполнении работ грузоподъемными кранами. Будет также в конкурсе такое мероприятие, как пронесение груза по змейке. Высота мостового крана 9 метров. С такого расстояния человеку, далекому от ремесла машинистов, будет достаточно сложно правильно оценить расстояние на рабочей поверхности. Конкурсанты удивляли точностью своих движений, а главное скоростью, с которой они провозили прицеп. Я работаю с 85 года, 31 год будет в октябре. Никуда не уходила, все на одном месте. Все девочки готовятся, потому что мы хотим выиграть. По жребию попала первая. Ну, конечно, боялась, тряслись руки, вся покраснела. Но вроде все это отошло, но не знаю, выиграю, нет. Это все судьи. Участники конкурса серьезно подошли к подготовке и смогли пройти испытания достойно. Ну, у меня уже 25 лет стажа. Такой конкурс проводится впервые за столько лет, сколько я работаю. Много волнений, много переживаний, несмотря на стаж, конечно. После окончания всех этапов конкурса по общему судейскому протоколу будут подсчитаны баллы каждого участника. Итоги конкурса «Лучший машинист мостового крана 2017» будут оглашены на торжественном собрании, посвященном Дню шахтера. Там же и будут награждены лучшие из лучших.